Юра снимает всех сторон. Нет, сначала красивые. Мы сможем посчитать, господи, у нас же 7 лотков. 7 лотков было 210. Минус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, в общем, да, народу почти не было. И это радует. Наш подсобный рабочий. Подставляю. Мы вчера в Михайловске заходили, спрашивали. Там вообще сказали, что мы как бы с прихожанами работали, объясняли им, что не надо приходить, потому что есть риск. Ну и не пришли. Хорошо. Ну, все-таки да, подействуем. Три повязки, эти влажные салфетки и мыло. А, я туда. Отлично, что ты можешь складывать? Готовы? Да, карантин пройдет, война закончится, а мы все равно будем жить благодаря этому празднику. И благодаря этому празднику все эти люди здесь тоже находятся для того, чтобы работать и для того, чтобы вместе мы могли ужинать каждый день. Вот. И верны смертным дополам, и сущим рога живо дарам.